привет! С вами я, Екатерина Юрочкина. Не забудьте подписаться на мой канал. В этом видео я вам покажу, как можно лежа укрепить бедра и ягодицы. Но больше вот эту вот внешнюю часть бедра. Итак, мы ложимся. Сгибаем колени. Должен быть перпендикуляр. И начинаем поднимать ногу. 8. Поднимаем невысоко. 7. 6, 5, 4, 3, 2 и еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и последние 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Делаем коленка, носочек, коленка, носочек. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, последние 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Вдохнули. И следующее упражнение. Делаем круговые движения. 10 вперед, 10 назад. Делаем 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И в обратную сторону. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пауза. И опять. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И в обратную сторону. 10, 9. Нога уже начинает уставать, мы продолжаем. 5, 4, 3, 2, 1. И последний заход. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И в обратную сторону. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Небольшая пауза. И последнее упражнение. Ножки вытянули, будем поднимать. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы, легли на спину. Положили правую ногу сверху, взяли за левую и потянули руку. Для большего эффекта делайте эти упражнения еще 2 захода. Делайте их каждый день, и вы почувствуете, как ваши бедра стали укрепляться. Не забудьте сделать с другой ноги. С вами была я.